Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл передач по истории искусств с Маргаритой Соколовой. И я Олегом Тарапекиным и нашим замечательным оператором Углановым Филиппом. Ура! О чем у нас Что сегодня пойдет Речь. Да, но мы все еще на самом деле находимся, э, в, так сказать, в зоне <зачем> изучения северного возрождения, очень увлекательно, интересно. И так неспешно мы его рассматриваем. И в тот раз мы с вами достаточно подробно э, изучили творчество Яна Ванейка и Робера Кампена, собственно, основоположников такого раннего да, северного возрождения на территории Нидерландов. И будем продолжать дальше, будем сегодня знакомиться с другими великими. И первый, из кого я хотела бы сегодня начать, э, действительно величественная такая мощная фигура в искусстве раннего такого северного возрождения, это Рогир, Рогир ван дер Вейден. Вот. Вообще, на самом деле, долгое время э, ну, считается, что его, так сказать, скажем, аутентичное имя, да, это Роже де ла Пастюх, то есть такое французское, он вообще француз по mm -hmm. происхождению, mm -hmm. он родился mm -hmm. во Франции, в городе Турне, э, и, собственно, его э, жизнь, это вся первая половина 15 века, то есть около 1400 года он родился, легко запомнить, как бы, да, хотя это все равно приблизительные такие даты. И умер он, как считается, в 1464 году, но пока новых сведений не поступало относительно изменения датировки. Итак, вот мастер Роже де ла Пастюх. с французского переводится «пастбище». Я, конечно, не владею э, нидерландским, фламандским языком, но э, считается, что, собственно, последующий псевдоним, э, далее повсеместно известный э, как «Рогир Ван дер Вейден, это буквальная калька, буквальный перевод, собственно, на нидерландский язык, да? э, Поэтому он из Роже Дуля пастюх» становится «Рогиром Ван дер Вейденом. Вот. Ну, собственно, тоже вот какая-то там коннотация с пастбищем такое происходит. Вот. Действительно, такой очень влиятельный мастер, оказавший невероятное ну, впечатление последователей не только на территории Нидерландов и не только Бургундии во Франции, но и даже на территории Италии. То есть, прям такой мощный автор. Хотя, парадоксально, о нем мы знаем в общем-то, крайне мало, достаточно так общо на основании отдельных точечных, точечной какой-то информации, что он был успешный, богатый, востребованный, такой щедрый меценат, благотворитель, такой крупный представитель городской, скажем так, элиты, вот горожанин такой, да, который в своем вот, исключительном новаторском таком творческом мет методе, уделял исключительное внимание богатству внутреннего мира человека. Ну, собственно, что является, с одной стороны, такой яркой тенденцией вообще вот этой эпохи гуманизма, да, возрождения. Вот. И в то же время стало его индивидуальной особенностью то, что мы наблюдали, в общем-то, и у Рабера Кампена, но в более, может быть, это грубоватой, такой чуть более брутальной форме, да, вот это внимание деталям, вот такого городского быта, предметного быта и так далее. Плюс во многом это спиритуалистская то есть такая очень духовная на самом деле мистическая идея действительно внутреннего мира человека который с одной стороны самооценен сам по себе а с другой стороны находится вот как бы в поиске и в неком диалоге с богом Ну, в общем это уже такие какие-то духовно философские размышления но они действительно очень важны вот для понимания искусства вот этого раннего ранней нидерландской живописи по ну, северного возрождения вот. Тем не менее, атрибуция работ мастера она сильно затруднена, потому что работы свои он не подписывал, вот, что, конечно, создает много сложностей для исследователей. Кроме того, еще одной проблемой стало, что в период такого уже процветания позднего периода у него была крупная мастерская, которую он владел, которую он руководил, а значит, много учеников, мастеров, подмастерьев, Таких, да, которые по сути ставили его творчество на поток, а значит создавали огромное количество, в общем-то, тоже таких полуавторских реплик, да, э, которые, соответственно, тоже создают огромную сумяти, сумятицу и путаницу, собственно, что из этого относите к аутентич, аутентичному такому авторству, а что, в общем, не, не воспринимать всерьез, скажем так, ну вот, как работу маэстро. Вот э, есть даже отдельное упоминание, что он вроде как получил университетское образование, но больше на основании его такой теологической подкованности о том как он интерпретировал сюжет своих работ первую работу которую мы рассматриваем это собственно образ святого луки до да, пишущего как считается вот такой легендарно до да, первый портрет богоматери первую икону первый образ богоматери и считается что вот именно этот образ святого Луки – это, возможно, автопортрет самого Рагира Вандер Вейдена, То есть в некотором смысле в данном случае я показываю эту работу еще и как э, такой вот э, образ художника, да? то есть вот э, саморепрезентация своего рода тоже. Вот. Э, творчество Рагира Ван дер Вейдена, как я уже упоминала, действительно было, э, вышло далеко за пределы вот такой известности э, э, внутреннего какого-то герцогского двора, которому он принадлежал, вот двора Филиппа Доброго, он совершал поездку в Италию, и известен даже такой похвальный отзыв знаменитого гуманиста Николая Кузанского об этом художнике, то есть уровень да, вот его какой-то популярности, он прямо вот действительно был очень масштабный. Побывал он и в Риме, в Феррари, во Флоренции, восхищался творчеством Фрабиата Анжелику, и действительно Действительно, вот эта определенная где-то лиричность э его подхода, она присуща вот этому вниманию, которое он оказывал творчеству Фрабиата Анжелика, которого мы с вами уже изучали. Вот, в то время как сам э э э э Рагир Вандервейден, он такой более сухой, более графичный художник, который работает действительно в манере такой вот детальной четкости и точности. Ну, собственно, э вот то изобилие, даже не просто обилие, вот изобилие деталей, да, которые мы наблюдаем даже в той первой работе вот, с образом э, святого луки, да, э, мельчайшая нюансировка, ну вот каждые там морщинки на лице, да, какого-то орнаментального фона, вплоть до самых даль дальних вот э, э, планов. Да, вот этого художественного произведения, они вот передают нам такую его специфическую манеру. И все-таки, наверное, самое знаменитое произведение, которое дало невероятное количество реплик в дальнейшем, да, в последующие времена и эпохи, это будет его снятие со креста. Но имеет необычную вот такую вот форму, как вы наблюдаете. Это произведение создается примерно где-то в 30-40-е годы. Вся датировка, которую я даю, она очень приблизительно, ну так относительно, да? то есть мы все время оперируем где-то плюс-минус какие-то там 5-10 лет. Вот, эм, это такой брюссельский период Рагира Вандервейдена. Это алтарный образ. К сожалению, его боковые створки не сохранились. То есть мы все равно видим такую фрагментарную версию. В настоящее время это произведение, этот алтарь да, хранится в м, Мадридском музее, в музее Прада. Хотя первоначально это заказанное произведение гильдии арбалетчиков из города Левена, то есть таких вот да, э, такой очень точный заказ, и потому э, в, в углах, в деталях вы увидите такие прямые отсылки к заказчикам в виде маленьких арбалетов, присутствующих там. Ну и вообще сама вот эта необычная вырезная форма да этого алтаря, она так или иначе все равно отсылает нас. Да, к такой очень, ну, такому практичному вот этому предмету, да, какого-то вот арбалета, но здесь в виде можно сказать отчасти как бы недописанного креста, но все равно э, такой крайне необычная форма, вот собственно что именно да, послужило вот таким невероятным ну, не знаю, впечатлением, вдохновением для всех последующих художников. Тут есть множество таких действительно индивидуальных, необычных, новаторских приемов, которые были использованы. Прежде всего, Рагир Вейтн полностью отказывается от какой-то внешней среды. То есть мы тут не видим ни пейзажа, ни, кстати, городской какой-то среды. Мы видим такую довольно странную замкнутую коробку, назовем это так в общем-то замкнутый тупиковый интерьер по сути видите это буквально в смысле тупик да он ограничен не только сзади тупиковой стеной но и по бокам имеет вот как бы два угла то есть это тесная такая коробочка, да, в которую очень плотно включены фигуры, вплоть до того, что они вот как бы даже немножко иррационально там изгибаются, изламываются да, под определенными углами, чтобы вот заполнить собой вот это тесное пространство. И, конечно, наверх да, у нас вырывается вот так вот крест. Что касается фигур, то тут существуют, ну, скажем так, многочисленные споры. Вообще изначально, скажем так, это не каноническое изображение снятия со креста, потому что Несмотря на то, что все евангелисты так или иначе упоминают сам этот эпизод исторический, да, вот, снятие Христа со Креста, но они никогда не свидетельствуют о том, что э, э, вот в, в этом трагическом действии да, участвовали, не перечисляют, кто там участвовал, э, имея в виду вот, Богородицы, все жены Мироносицы, да, Иоанн Богослов. Об этих всех фигурах мы слышали, как бы вот до распятия, во время распятия, а потом мы слышали из Священного Писания о присутствии там праведного Никодима и Иосифа Аримафейского. Да? Вот здесь Рагир Вандервейден объединяет все упомянутые фигуры в одном пространстве, в одной композиции. Но вот самый главный вопрос как раз исторических персонажей, которые имели непосредственное отношение к снятию со креста, то есть праведного Никодима и Иосифа Римофейского, вот он здесь как раз довольно спорный. Кого из этих двух фигур, конкретно один персонаж, такой седовласый, с бородой, который поддерживает под руки, да, под плечи Христа вот в красном одеянии, в том числе вот в красном трико. Вот вы видите такой центральный да, персонаж. И есть еще один персонаж, который поддерживает ноги Христа. Он одет в такие какие-то парадные, торжественные, орнаментированные золотые одежды. Вот кто из них Иосиф Аримофейский, а кто из них Никодим, вот это идет перекрестное иногда утверждение. То есть то один, то другой. Мы не, бу не будем придерживаться какой-то жесткой, четкой версии, но допускаю, что что в принципе то и другое возможно. В общем-то, не скажу, что это прям сильно принципиально здесь. Конечно, абсолютно точно атрибутируется тут образ богоматери, абсолютно удивительный. Он как бы повторяет вот, полностью соответствую идеи. Фомы Кимпийского, вот описаны в его трактате «Имитацию Христи, то есть подражание Христу, да, начале 15 века как раз, э, подражание Христу Богоматери, как такой яркий пример, вот абсолютный эталон да, э, для всех христиан подражание этого Христа, проявляется в буквальном смысле в подражательности позы Девы Марии, которая, вот, собственно, и повторяет вот, тот же силуэтный изгиб, да, вот, э, ту же смертельную бледность, то есть вот эта имитация, да, подражание вплоть до какой-то микросмерти такой, да, потери сознания, вот эм, какой-то расслабленности таких вот рук, да, падения такого. И вместе с тем образ Богоматери здесь достаточно звонко, так вот контрастно, с синим этим небесным таким, да, звучащий, он является еще и направляющей такой, как вот директивной линии, которая не сводит наш взгляд композиционно по некоторой такой мягкой, плавной диагонали вниз к образу черепа Адама, да, вот главы Адама. Вот как такое тоже вечное напоминание ну, собственно, вот вообще все человеческие связности искупление, да, первородного греха и вот все это такое низводит наш взгляд вниз, действуя при этом не прямыми такими, ну, э, перпендикулярными прямыми, да, а именно вот по диагонали, э, как бы уходя на самом деле от центра, уводя наш взгляд по вот блуждая немножко, да, вправо и влево. Другие фигуры, присутствующие тут, э, это Мария Магдалина, некоторые слуги, Иоанн Богослов, который поддерживает Деву Марию, ну, скажем так, вот, опять же, так скажем, легендарный, исторически вступивший в роль вот, как бы нового сына да, Богородицы после физической смерти Христа. То есть он, он будет всегда рядом с ней, он будет всегда близко. И здесь вот он тоже поддерживает ее подруги. Но вот что интересно, как он ее поддерживает? Этот жест которым он условно держит Марию, трудно назвать жестом жестом вот держания, да? Это жест касания. Он абсолютно эм, не физический, он невесомый, он просто как бы вот Одной рукой касается плеча, другой ну, слегка захватив пальцами, да, вот, так сказать, плечо как-то вот под мышку Девы Марии создает какую-то условную такую ситуацию, больше являясь здесь таким большим красным пятном, создающим скобочку такую в композиции, замыкающим да, вот эту ту же стену, которая сзади его подпирает, вот всю эту вот историю композиционную, такую, в тесные вот эти тиски такие, да и такой же образ плачущий, да, то ли одной из жен мироносец, то ли, собственно, Марии Магдалины, правая фигура, которая тоже вот так вот скобочкой, да, замыкают эту композицию. Ей вторит сверху такой архитектурный элемент, такой тоже арбалетного изгиба, видите, как бы архитектурный орнамент. Он тоже создает, только немножко готический, да. Он создает вот тоже вот эту замкнутость пространства. Ну и вот и ее само расположение, ее фигуры, плечевого пояса, спины, оно ну, во-первых, немножко иррационально, во-вторых, оно как-то немножко изломанное такое, оно противоестественное. Да, то, как оно опустило плечо, напрягла руки. Если мы попробуем имитировать ее жест, то он в высшей степени неудобный, потому что ее плечо буквально касается ее уха, она в высшей степени напряжена. Вот эта интенсивность эмоционального переживания... Очень свойственно Рагиру Вандервейдену. Я подчеркиваю в данном случае слово эмоциональное, а не психологическое, и предпочитаю разделять все-таки два этих понятия. О психологизме в эпоху Северного возрождения мы еще не говорим. Это принципиально. То есть никакого подоплеки, да, вот какой-то такой э, философской размышляющий, вот некой э, ну, такой вот... Э, размышления, да, вот о том, что я чувствую, как я это чувствую, что мне делать с этим чувством, тут еще нет. Но есть совершенно яркая, интенсивная эмоция, которую мы вот физически, да, мы как бы видим, и, естественно, она привлекает наше внимание. Вот эта эмоциональность, она передана контрастными цветами, она передана вот этими изломанными, напряженными изгибами. Вот, естественно, она на нас влияет подсознательно. Мы не всегда даже отдаем себе в этом отчет, но это то, что поразило вот это чувство беспокойства. Оно дало отклик в художественной среде, да? Оно заставило говорить о творчестве Рагира Ван Вейдена не только потому, что это маркетинговый ход, да, вот такой герцогская личность там богата, обеспеченная, широкая мастерской популярная, это еще и действительно такое мощнейшее творческое влияние. Все это еще на золотом фоне, то есть безусловно это несет с собой еще и средневековые такие традиционные отголоски то есть теснейшая связь с предшествующим готическим искусством она все еще ощущается достаточно очевидно да, и мы о ней не забываем вот кстати следующее крупное произведение только вот через одну немножко пролезните картиночку будет у нас большой полиптих, его называют нога полиптих Вандер Вейдена просто, или Бонский алтарь, или Страшный суд. Ну вот, более, так сказать, иллюстрирующее такое название. Композиция Страшного суда. На картинке 26.1 вы видите его в развернутом, таком праздничном чине, да? но его можно и свернуть. Вот на следующей картинке вы увидите его в закрытом варианте, такого будничном чине, если на э, открытом праздничном чине вы увидите, э, собственно, э, такую мощную, действительно, опять же, очень эмоциональную, такую немножко пугающую такую даже композицию одной из самых глобальных тем христианского мира, да, вот страшный суд, восседающий на такой небесной сфере радужный Христос в красных, в алых одеяниях, то есть такой вот воцаренный Христос, не просто уже вознесенный, да, такой выцаренный как бы торжествующий и судящий. И под ним, под этой сферой, мы увидим Архангела Михаила да, с весами. То есть вот эта идея правый, левый, праведники и грешники, она здесь наблюдается. При этом композиция вот этого многочастного алтаря, она представляет собой некий ну, единую линию горизонта. Да? То есть она плавная, эта линия горизонта, но тем не менее это единое пространство. Оно не предполагает четкого разделения да, на вот эти вот фрагменты досок. Оно объединено. По фигурам мы видим, конечно, присутствие тут такого традиционного диисусного чина. То есть мы видим Богоматери, Иоанна Крестителя, мы видим Петра и Павла, мы видим всех других апостолов, мы видим святых отцов и ангелов, да, они все присутствуют в композициях. И, наконец, самые крайние правые и левые доски открытого вот этого праздничного чина представляют у нас с собой сцены рая и ада. По-своему очень изысканные. И вот что интересно, вот этот вариант страшного суда, он не откликается таким привычным средневековым идеям вот этого бестиария, когда нам показывают жуткие демонические такие, да, какие-то пугающие фигурки бесконечных всяких бесов, монстриков, да, вот таких полузверушек, полу каких-то страшных сущностей а нас, наше внимание концентрирует, опять же, концентрирует на каком-то эмоциональном переживании ну, более глобальных вещей, не, просто физических вот этих уродств, каких-то гротескных таких, да, а размышлений вообще вот о, не знаю, итоге христианской жизни, да, вот как бы ашую или одесну его, да, с кем. И удивительно, что праведники и грешники между собой они не сказать, что сильно отличаются. То есть вот это немножко драматичное такое переживание, беспокойное, опять же, да, что а мы-то с кем будем, да, вот чувствуете вот это вот как бы. Ну, соответственно, понятно, кто из них куда идет, и в то же время они как бы все равны, вот они какие-то одинаковые такие, эти люди. Да? Ну, некоторые искусствоведы, исследователи видели в этом какой-то такой пессимистичный, может быть, даже взгляд Рагира Вандервейдена на человечество. Но, опять же, я бы не хотела психологизировать сильно, углубляться в эту идею, что вот как бы что он считал, все мы грешники там или как. Да? Я бы хотела, хотела скорее сконцентрироваться на такой эстетической стороне дела. Закрытый алтарь, вот если мы увидим закрытые эти створки, да, он представляет собой центральную часть из четырех досок, выполненную так грязально, вот. И две боковые доски – это, собственно, донаторская композиция, это композиция заказчиков, где вот как раз слева вы увидите канцлера Николя Ролена. Мы его уже встречали, говоря о произведениях Яна Ванейка. И вот тут он появляется снова. Многие даже пытаются сопоставить эти два образа. Кто, как бы, какое произведение более портретное? Но ну, считается, что Ванейк был более точный, где-то более подробен, рагир ван Вейден, где-то более сух и такой и, и, чуть более идеализирующий, я бы сказала, готицизирующий больше. Ну, опять же, не будем вдаваться слишком уж в эти подробности. И справа находится его супруга, то есть основные заказчики. Что же касается центральных фигур, то, собственно, здесь... Представлены святой Антоний и святой Себастьян, они считаются покровителями, такими главными целителями, заступниками от чумных эпидемий, от какого-то заболевания, проявляющегося такой мощной лихорадкой тоже высыпаниями так называемый огонь святого Антония. То есть, так или иначе, мы, нас соотносит к первоначальной идеи вообще всего заказа. Дело в том, что канцлер э, Николай Ролен, э, он э, заказал Рогиру Вейдену эту работу для э, э, ну, бонского э, го госпиталя, то есть э, это такое полумонастырское заведение для исцеления больных, то есть как бы, очень конкретная цель этого предназначения. И если вот закрытая часть алтаря, она больше, ну вот, как бы рассказывает нам некое, как это сказать, ну, чествование, благодарность, да, вот, донаторам, такая память о них, то открытые створки праздничный, чин, вернемся к ним, они напрямую адресованы к размышлению тяжело больных, зачастую уже неизлечимо больных людей, каких-нибудь там сифилитиков, да, тех же, вот, собственно, об их дальнейшей судьбе. В общем, такое моменту моря, да, и, кстати, вот интересно появление тут образа Архангела Михаила, которая как раз вот где-то с 15 века, особенно в Нидерландах и потом в Германии, в какой-то момент даже Борисов больше значение, больше какой-то культ такой прям появляется Архангела Михаила, который опережает более любимый итальянцами образ Архангела Гавриила, например, в Благовещении. Вот если помните, в Италии все время был, был Архангел Гавриил, такой более нежный, спокойный какой-то, правильно, несущий благой весь. И такой более воинствующий образ, да, и вместе с тем исцеляющий, вместе с тем более близкий к земному миру, более близкий какой-то к человечеству и очень эмоциональный. Видите, мы опять говорим об этой эмоции, какой-то, да, да, Архангел Михаил. Есть какие-то утверждения, что отчасти это также связано с, ну, поскольку Бургундский двор, да, вот это вот французское королевство, все это очень тесно связанные структуры вассального такого исторического характера, да, то явление Жанни Дарк именно Архангела Михаила, оно тоже повлияло на иконографический ряд. То есть вот это вот некий культ святого, такого явившегося вот фактически современником, понимаете, да, то есть очень близкое понятие. Вот. А также вот это остров Мон-Сан-Мишель, да, в Нормандии, в которому паломничество вот тоже к реликвиям Архангела Михаила. Ну и повторюсь, Архангел Михаил тоже считается покровителем правителям против вот всяких чумных эпидемий, которые пошумели, пошумели, унесли огромное количество жизней, конечно, в том числе, ну вообще вот как бы в Нидерландах. Вот и, наконец, некоторые детали просто еще вот показать на картинке. 26,5 это просто фрагмент плачущей Девы Марии, слезы Марии Клеоповой из предыдущего из предыдущей, правда, работы. Но просто насладиться деталями той нюансированности, вот той, той внимательности, той тонкости работы, в которой, в которой пишет Рагир Вандервейден — Вейден основоположник масляной техники живописи, невероятно повлиявший потом, перенесенный потом в Италию. Вот. Э, хотя надо признать, что э, вот то масло, да, как, э, как технически им работает Рагир Вандер Вейден, оно по звучанию своему еще по-прежнему очень близко, наверное, темперной технике. То есть такой достаточно суховатое еще графическое, но тут, может быть, даже, Олег Аркадьевич, вы скажете, больше. Ну да, конечно, конечно. То есть мы здесь видим фактически довольно ну, сдержанную, скажем так, работу с цветом, которая, впрочем, э, ну, часто говорят и про весь Ренессанс, и довольно условную, конечно, работу со светотенью, хотя по идее, вот сам переход на масло, он как раз и во многом может быть обусловлен возможностями более нюансной моделировки тона в конечном итоге по сравнению с темперой. То есть чисто технически, если бы я жил в это время, я бы, наверное, на масло переходил именно в связи с возросшим большим интересом к передаче тона. Вот. Но, видимо, этот процесс был постепенный, поэтому, да, определенная вот такая средневековая какая-то может быть, где-то суховатость, она вот в период Ренессанса она позволяет очень многие работы вообще ренессансные отнести к тому, что это может быть сделано и той техникой, и другой. То есть они похожи. Ну просто, что интересно, это же еще, наверное, от каких-то внутренних поисковых таких тенденций автора зависит. Потому что, например, Леонардо да Винчи, работавший темперой, он стремился как раз к тем лессировкам и создает свою сфумату, да, то есть это была какая-то самоцель. А тут Рагир Ван Вейден, обладая полностью всеми, вот, всеми всем инструментарием да, к исполнению вот этого самого сфумата, не стремится к нему а продолжает оставаться все равно в некоторой вот этой модели, ну, да, Такой, да, по да. сути, темперной живописи. Но он дал, вот, как я уже говорил, инструменты, да, понимание как, техники, вот, как работать с ним. То есть это такое вот действительно какая база какая-то, которая создаст невероятный скачок потом развития вообще живописи в дальнейшем. Еще одну работу, дер Вейдена, которую тоже хотела вам показать, на этот раз светскую, картинка номер 27, это э, портрет Франческо Деста. Вот опять же, да, э, э, вот это вот итальянское, э, ну и путешествие, знакомство, да, э, заказанные портреты, э, взаимосвязь какая-то, э, популярность этого художника, и вместе с тем вот такой интересный, любопытный экземпляр светской живописи, да, портрета, э, э, достаточно классическую, да, три четверти опять же с интересными деталями, да, вот это вот э, такой банкир-ювелир, да, вот с молоточком, с колечком, э, ну у, у это вот это произведение тоже есть свои какие-то истории, там свадебные, не свадебные, опять вот эта детализация. Я в этом вижу, мне кажется, вообще продолжение тенденции начатых, опять же, еще э, Робером Кампеном, да, вот удивительное внимание к такой будничной, профессиональной человеческой жизни горожанина, будь то дворянина, вообще работающего человека – в контексте, вот не выходя из круга вообще его христианской жизни, его личного поиска Христа, да, эм, ну вот, благодаря своему какому-то честному труду, то есть, да, не, не обнуляя, не разделяя как бы два этих понятия, христианскую жизнь и вот какую-то такую будничную, рутинную, профессиональную. Ну, об этом тоже интересно порассуждать, может быть, даже как-то вот уже индивидуально каждый из наших слушателей философски размышляет на эту тему. Следующий художник, которого я бы хотела затронуть, это Гугу Ван дер Гус. Его иногда называют Хуго. В принципе, его имя в оригинале да, пишется действительно через H. То есть как бы Хьюго, Хуго. Можно по-разному его называть. Озвончаю или не озвончаю, Ван дер Гус эм, тоже фламандский живописец эм, ну середины скажем так 15 века один из тоже ключевых мастеров эм, наряду с Яном Ванейком Рагиером Ван дер Вейденом и прочими вероятнее всего он родился в Генте но повторюсь о нем известно крайне мало. Единственная, одна из самых распространенных, самых популярных и, конечно, тоже любопытных историй, связанных с Гугу Вандергусом, это то, что он был такой сумасшедший гений в самом прямом смысле этого слова. Дело в том, что он в какой-то момент ментально, скажем так, был травмирован. У него что-то случилось, он заболел сумасшествие. Вот я все пытаюсь подобрать как-то слова, потому что я не могу ставить диагноз. Никто из нас не может поставить, конечно, сейчас уже ему диагноз, но что-то с ним было не так. Это проявлялось в многочисленных суицидальных порывах. Он много раз пытался покончить с собой. И вот это какое-то загадочное психическое заболевание, о котором до нас постоянно вот, вот доходят какие-то точечные упоминания, стало его каким-то главным фактором его биографии, наверное, но вот такой человеческой. Вместе с тем, вот это вот отношение к нему, как к некоторому, к некоторому сумасшедшему, да, но все же пророку и художественному гению. Например, свидетельствует вот об этом, что его посещал уже в последние годы его жизни сам император Священной Римской империи, Максимлян Габсбург. То есть, вот эта слава это не то, что какой-то такой, знаете, чокнутый где-то там в монастыре заканчиваешь свою жизнь существование сумасшедший художник. Это не история, там, я не знаю, Ван Гога. Да? нет, вообще нет. Это какое-то совершенно другое, такое более мистическое какая-то ситуация, да, вот отношение и уважение э, к этому э, аскету, да, и такому э, отшельнику, потому что э, он ушел в монастырь под Брюс, Брюсселем, вот, и собственно там заканчивал свое свое, свое существование. Э, то произведение, которое мы сейчас с вами рассматриваем, э, это алтарь. Портинари, портинари, по имени заказчика, которого звали Томазу Портинари, он был итальянским да, представителем бизнеса, банковского бизнеса Медичи в городе Брюге. То есть такой вот ну, посол, не знаю, как это сказать, представитель, да, в общем, очень богатой итальянской фамилии на территории Брюге. И потому Гугу Вандергус это уже говорит нам о том, что слава да, этого художника она была вне предела Фландрии да, Нидерландов. То есть о нем уже говорили, о нем уже знали. Его очень любили. И действительно, флорентийские художники, такие как Герландаю, Леонардо да Винчи, утверждали, что в общем, Гугу Вандергус оказал на них большое влияние. Вот и важное добавление. Не знаю, ну, не прозвучит ли это грустно для тех, кто, к сожалению, не может на данный момент покинуть границы России, но. Вот прямо сегодня, сейчас и до 16 июля, осталось буквально пару недель, в Берлинской галерее проходит выставка Гугу Вандергуса. Называется она «Между страданием и блаженством». Это абсолютно это очень уникальное сейчас событие, потому что еще никогда не было такой масштабной выставки одного вот художника раннего возрождения. Собрали ну, просто по, по максимуму все работы из разных, разных картинных галерей, из разных стран, около 60 произведений из международных коллекций. Так что, если есть возможность, уже есть в интернете фотографии работ, какие-то отзывы, в том числе на русском языке. Я рекомендую немножко полюбопытствовать, потому что события действительно важные. Ну да ладно. Так вот, алтарь Портинари представляет собой, ну, собственно, вот в лицевом таком, опять же, праздничном чине, центральная да, его панель, сцену Рождества Христова. Абсолютно в традициях, как мы говорили, Робера Кампена. То есть опять мы видим этого маленького несчастного Христа, вот такого младенца, ну, покинутого на земле, голенького, бедненького. Опять вот эта эмоциональная составляющая, она, она по-прежнему работают в такой глобальной концепции вот это подражание Христу, подражание в бедствовании, в скромности, в смирении от рождения и до смерти. Ведь подражание Христу, оно проявляется не только там, не знаю, в святых стигматах да, и вот такой жертвенности, но и в том числе вот этой скромности и смирении от самого рождения младенца Христа. Уже тут да, мы как бы христиане видят пример такой для себя. Особенно эта тема педалируется вот северным возрождением. И с этим мы уже сталкивались, и эта тенденция ярко продолжается. Она прям так детально ее иллюстрирует здесь и Гугу Вандергус. На первом плане мы видим цветочки. Каждый из этих цветов, он имеет тоже свою такую наполненность символическую. Каждый из предметов, он, конечно, не просто так на своих местах. Вот этот брошенный такой деревянный тапочек. Со всем этим мы уже сталкивались как с деталями, да, элементами, дополняющими художественное произведение. Опять же, и у Робера Кампена, и у Яна Ван да. То есть тут нельзя сказать, что Гугу Ван дер создает какой-то вообще там революционный прорыв да, в искусстве, но вместе с тем это самобытная такая личность. Вот. Мы видим тоже совмещенные такие и ну, канонические, и не канонические, апокрифические такие детали вот внешнего плана. Да? То есть тут понамешано, тут и вам и хлев, и какое-то разрушенное, вот это руинированное кирпичное здание, и тут же какая-то такая псевдоантичная колонна, да? и какие-то элементы деревянных там, перекрытий, балок да? справа вот, центрального панели где вы увидите там же стоящих фигуры эм, пастухов. И, кстати, между прочим, как я уже упоминала на предыдущей нашей с вами лекции, эм тема пастухов, образ да, поклоняющихся Христу, он для нидерландского искусства несет гораздо большее значение, чем волхвы, которые вот этой ну, фигуративность более свойственна Италии, при итальянским регионам. Да? То есть вот эта царственность, не скажу, что против, но на, на сопоставление да, с такой вот ну не знаю мир, мирской земной такой вот опять же бедности идея человечности какой-то такой более простой вот в прямом переносном смысле слова вот и правые левые створки слева мы увидите донаторов с их святыми покровителями есть присутствует все та же еще средневековые идеи да такой иерархической субординации, то, что принято называть, разномасштабности фигур, сообразно их, ну, в общем, духовному, скажем так, да, положению. И справа вы увидите тоже девушек, это тоже, да, участницы, скажем так, заказчицы, да, и рядом с их святыми покровительницами, с святой Маргаритой, и я могу ошибаться, то ли святой Екатерина, то ли Святой Варвары, я сейчас тут боюсь ошибиться, в общем, с их святыми покровительницами. <coughs> в закрытом виде, это следующая картинка, этот алтарь представляет собой гряз... грязальные... грязальные образы Благовещения, но тут по такому э, изысканному стандарту, э, ну, не знаю, может быть, там, не знаю, Фрабиат Анжелика, такого итальянского, либо опять того же Янованейка, да. Эм, э, немножко еще рассмотреть можно в деталях э, где-то центральное произведение, потому что тут действительно очень много мелких мелких элементов рассматривать, которые э, удивительно интересны и важно. То есть действительно э, произведение Гуд, Гугу Вандергуса, а это, кстати, довольно большая, большой алтарь, он, он, снимает с собой, так сказать, много площади. Стены, вот, требует э, все равно, не, вот что интересно, несмотря на большой масштаб, не рассмотрение с отхода, не с дальней точки, не, а наоборот, приближенного рассмотрения, что тоже, мне кажется, является вот такой вот какой-то ключевой идеей, да, где-то эмоционального погружения в художественное произведение и такого опять же, некой даже христианской такой сверхидеи, э, ну вот, не знаю, соучастия. Да, в каком-то таком боже, божественном, вот, божественной истории какой-то такой. Э, мы видим на дальнем плане, это картинка номер 30, да, вот просто приближенный фрагмент, приближенный деталь, мы видим э, да, четко вырисованные современные 15 веку да, вот эти дома города Брюги, какие-то узнаваемые мостики, домики, арочки, прогуливающиеся люди в современных одеждах XV веку. Да, и очень плотная композиция, вот такая вот. На самом там дальнем плане будет тоже сцена вот явления, пастухов. То есть все это как микропланы, как знаете, такие мизансцены. Да, внутри одной композиции, рассказывающей нам о разновременных событиях и, и увлекающей нас немножко так даже кинематографически. И э, очень тонкое и драматичное, по своему звучанию, следующее произведение Гугу Вандергуса ⁇ это Успение богоматери. Это произведение тоже немножко обрастает легендами, потому что вот этот мистицизм, который он показывает, э, в общем-то, апокрифическое предание да, о богоматери, э, о том, как она умерла, при каких обстоятельствах, как это собрало вокруг себя всех апостолов самым чудесным таким образом, да, вокруг ее смертного ложа все это вот очень художественно, именно вот так вот, знаете, опять же, поэтично даже, хоть и, хоть и не лишено определенной драмы, да, показано Гугу Вандергусом как какое-то личное переживание, опять же, как такая очень тонкая человеческая эмоция такая эм, маленькая бледная эм, вот уже усопшая да Богоматерь и вокруг нее э, переживающие э, э, апостолы но при этом их э, э, у них не передавлена вот эта эмоция да она не представляет собой гротескную маску какого-то страдания злоломленных рук то что мы видели например у Джотто да вот эта гиперэмоция когда там ангелы с заломленными такими руками да, нам театрально драматично показывают события, да, то есть прям буквально текстом таким, что мы страдаем, и вот оно, демонстрация вот этого. Здесь эм, оно в некотором смысле даже более человечно, что ли, потому что оно где-то но ну, так более спокойно, но вместе с тем эта эмоция там присутствует. Вот такое вот интересное тоже произведение. Следующий художник это Петрус Кристус. Петрус Кристус южно нидерландский или фламандский живописец тоже середины ну, первый план середины 15 века тоже основной такой расцвет его творчества приходится на город брюге вообще вот брюге испытывает такой мощнейший расцвет искусства нидерландов такой один из крупнейших центров производства вот этого искусства живописи северного возрождения такого с мощным мощной сферой влияния какой-то ставший действительно художественным центром. Вот и э, что касается Петруса Кристуса, несмотря на то, что мы обладаем не таким уж большим количеством его работ и также очень мало мы знаем о его биографии, но большим подспорьем и радостью для э, искусствоведов-знатоков э, являются авторские подписи, которые оставлял на своих работах Петрус Кристус. Э, сначала он полностью писал латиницей Петрус э, там X PI он писал, то есть как бы Кристус сокращенно me it, то есть что значит меня сделал, да, Кристус меня сделал, потом он сокращал это до такой аббревиатуры буквенной, то есть просто до первоначальных там трех букв XPR или XPI, но в любом случае вот этот вот эта марка, да, как бы кистью поставленная на работу, сильно облегчает, конечно, потом исследование его творчества. Вот. Под вообще в русле вот этой ванейковской такой школе развивающейся, тем не менее, Петрус Кристос разрабатывает свой индивидуальный такой стиль. Опять же, под, так сказать, ну вот это все под влиянием Ирагира Вандервейдена, который вообще вот просто мощный такой вот маэстро, какая-то какая -то база такая мощно повлиявшая да, на искусство 15 века. Робера Кампена тоже. Это работа Рождество Христова, то есть вот мы изучаем все, все тот же сюжет, всю ту же композицию. И опять мы видим вот этого маленького несчастного Христа. Он какой-то даже, даже слишком маленький, он буквально кукол, значит, вот пупсик такой резиновый бывает, да? Вот маленький-маленький Христос, просто вот валяющийся, я извиняюсь за вот это не очень удачный, может быть, глагол, валяющийся на земле. Вот, но тут немножко так вот на подоле, да, у Богоматери Коленно преклоненная Дева Мария по вот, опять же, легендарному такому видению, преданию Бриг... Святой Бригиты Шведской, да, то есть родившая Христа на коленях, как бы сразу поклоняясь ему, Святой Иосиф Опять мы видим вот этот первый план из камней. Это не просто заполнение пространства, вот эти типа камни, которые являющиеся так, как, э, э, не какой-то точкой опоры да, переднего плана или деталью какой-то это еще и, конечно, символическое наполнение, и как краеугольный камень, и как вот это вот как бы базис, на котором строится церковная эм... Церковь и вместе с тем это можно тоже интерпретировать, интерпретировать по-разному как некое, ну, вот это, э, знаете, вот, э, слышит, слушают и не слышит, видят, и не... то есть некая вот эта непробиваемость, да, человечества, вот как как, не знаю, как камень, как дерево точно так же интерпретируют и дальние фигуры, видите, стоящие как бы за парапетом вот этого руинированного здания, там тоже справа и слева вы увидите как бы в окошках, как снова картина в картине, да, вот тоже маленькие мизансцены, пар настоящие фигурки, такие контрастные, черные, красные, черные, красные, вот такие точечки звонкие, да, звучащие там эм, в профиле фас, то есть что затрагивает опять, это очень глобальное понимание такое знаковое человечество, то есть безусловно это могут быть и пастухи, да, вот какие-то некие там, да, как некие иллюстративность такая ситуации, да, истории. И вместе с тем это какое-то глобальное такое понятие, ну, вот человечество вообще, в том числе в контексте вот той идеи, которую я озвучила, да, что вот слушающие и не слышащие, смотрящие и не видящие, то есть какая-то такая дубильность такая, да, человека, являющегося свидетелем Рождества Христова, но не неадекватно воспринимающего его. Дальний план совершенно чудесный в виде вот этих вот каких-то э, фламандских таких далей, немножко слегка холмистых, но не слишком домики, городская площадь, какие-то там, э, не знаю, пики ратуши и так далее. Вот э, и э, удивительно, это все написано рама художественно оформленная в виде вот такой вот арки, да? Грязальный. Наверху мы видим, ну, как имитация архитектуры, э, такой готической, да, архитектуры э, со сценами э, из жизни Адама и Евы, изгнания из рая, но там можно порассматривать. И самое интересное, это, собственно, присутствие в композиции, собственно, на первом плане, а это значит, ближе всего к зрителю, присутствие Адама и Евы, вот как персонажей. они стоят на таких колоннах. И сами колонны выполнены в виде такого яркого сочного цветного элемента, как какой-то мрамор, такой искусственный или вообще сложный. Вот, Непонятно, не, не что это за материал, в любом случае это живопись, да? но что имитирует собой эта живопись? Какой материал? Мрамор, но такого э, ну, нереалистичного не, не красного цвета. Кровавого, как будто бы это такая большая артерия, да, на которой стоит Адам и Ева. И эта артерия непосредственно стоит на спине, на плечах двух фигур, которые вот такие, как атланты, да, сгибающиеся пополам под тяжестью вот этого первородного греха. Да, они вот, вот так согбенные там внизу стоят и вот это все удерживают. И это первый план. Это то, что, вот, повторюсь, непосредственно близость как бы к зрителю имеет. Да? Ну и там какие-то детали уже внутренней композиции, помимо да, вот центральных фигур в таких царственных литургических ризах да, с попугайскими немножко крылышками, такими тоже торжественными ангелы, очень нежный такой фарфоровый образ Девы Марии. И вот ведь достаточно много значения здесь занимает вот это сама, сама здание, которое здесь показано контражур, так контрастно, да, против света, разделенное треугольниками э, на вот какие-то тоже детали. И в центре вот этого треугольника, э, центрального, который, безусловно, имеет здесь значение Святой Троицы, тоже, и вообще вот как бы вот это, это, некая композиция Саваофа, если хотите, как бы, да, присутствующая здесь сейчас Святого Духа и вообще Святой Троицы. Вот она здесь и сейчас, вот здесь показана предметно. Это, это удивительно, на самом деле, то, как оперируют вот этими деталями художник. И в центре там как свеча такая, это как обрубочек этого дерева, который вот каким-то образом тлеет. То есть вот, вот это все, все иррациональность вместе с наполненностью символической, вот это какой-то такой буквальной, не знаю, рутинности, жизненности этих предметов, но раскрывающий мощнейшие какие-то глобальные христианские образы. Вот это очень интересно. И в продолжение вот этой идеи я покажу работу тоже Петруса Кристуса: это «Святой элигии в мастерской» или «Святой элигии ювелир», картинка номер 33. Это образ святого, да? такой вот тоже очень необычный с многочисленными деталями вокруг него чего тут только нет тут какие-то бусинки вот кольца вместе с знаете вот как, как модели вот эталоны да что ли для размера вот размерного ряда колец вот эти весы там все 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 формы для отливания и присутствующая некая пара неважно кто это то есть некие заказчики, пришедшие да, заказать там, брачные кольца для венчания. Вместе с тем они уже одеты в одежды супружеской пары. Да, вот закрыты волосы, головной убор у дамы. И на столе у святого Лиги стоит круглое выпуклое зеркало. Мы уже неоднократно встречались тоже с этим элементом да, художественным, таким наполняющим композицией у Яна Ван Эйка, опять же у Рагира Вандервейна и у других. Вот здесь снова мы видим круглое выпуклое зеркало, в котором отражается окно. Мы предполагаем, что это окно, но в любом случае какая-то городская площадь да, с какими-то домиками такими, типично тоже фламандскими, и парой возможно, как бы возможно являющие как бы дублирование той же пары, которая пришла, если мы говорим о какой-то разновременной ситуации, да, то есть, может быть, это они же, ну там, не знаю, уже в возрасте, уже прожив там супружескую жизнь, а может быть, другие люди, а может быть, и то, и другое, как вот такая, ну, некая вообще крупная аллегория, да, вообще всего происходящего. То есть, опять же, общечеловечность. И возвращаясь к образу самого святого. Вот эта вот отвлеченность, что вокруг него куча каких-то мелких деталей, она ничуть не уменьшает, собственно, ну, некое благоговение по отношению к этому святому, ну как некому такому вот субъекту для поклонения, да? наоборот, это опять же какой-то такой эмоциональный диалог со зрителем, с молящимся христианином, да, который глядя на святого, ну, считывает вот эту информацию, что вот он образец для подражания и что занимаясь любым делом да? Можно при этом э, э, сохранять вот, э, там, не знаю, честность, э, быть благонравным, э, быть поистине верующим. Вот. Это такое вот очень интересное тоже размышление. Кстати, сам вот святой Илигий, несмотря на то, что здесь он представлен в современных одеждах, в современном абсолютно антураже, такого какого-то городского обеспеченного жителя, метра такого, да, на самом деле сам святой, это святой Римской католической церкви 7 века. То есть это совершенно другая история. Действительно, это такой покровитель, не знаю, вот, производителей вот монет, там, нумизматов, чеканщиков, ювелиров и так далее, который был в свое время, да, в историческую эпоху, казначеем королевского двора и даже выполнял какие-то дипломатические, там, ну, для 7 века, там, в отношениях сложных между франками и бретонцами, какие-то там дипломатические миссии исполнял, был королевским ювелиром, а потом в дальнейшем будет избран епископом. И вот эта вот история, как некая биография 17 века, абсолютно включенная, такая перенесенная в 15 век, она, в общем, тоже такой красочный пример вот, не каких-то тенденций да, в искусстве и вот, вот в той повестке, да, которая несет с собой искусство Северного Возрождения вот, на территории Нидерландов. И последнее интересное произведение Петруса Кристуса – это портрет скажем так, неизвестного, хотя есть разные версии, монаха картезианца или картузианца по-разному произносят. Мне как-то приятнее картезианца говорить. Вот в тесной, опять же, такой коробочке, в, белом, в белой рясе, такой немножко расходящейся надвое бороде с серьезным проницательным таким немножко взглядом, и Внезапно, вот при всей этой серьезности э, какого-то художественного дискурса, вдруг на первом плане мы видим муху, вот на парапете, сидящую на следующей картинке, вы можете приблизить и увидеть э, ее вот в таком более близком рассмотрении, да? Э, эм, монах э, по-разному кто-то были разные версии кто именно это предположил потому что он стороны, так детально изображен что дает возможность предполагать что это буквально натурное было портретирование то есть непосредственно вот художник Кристос сидел и писал портрет монаха э, монастыря гена -де Дал, где-то там недалеко от брюги э, то ли это может быть теолог Дионисий Картузианец, это может быть святой Бруно Кёльнский, основатель ордена картузианцев, еще там кто-то, повторюсь, разные версии, еще больше интереса вызывает муха. Это традиционные размышления. То есть в, в, в жанровом смысле вот это вот э, жив, изображение мухи — это э, такой классический пример э, «тромпулёй» по-французски. «Тромпулёй» да это обман, обманка, обман зрения. Но для чего? Вот в чем вопрос. Эм, то ли действительно это какая-то отсылка к какому-то философскому трактату, э, то ли какой-то элемент биографии, упущенный нами, то ли опять же это такой разговор с внимательным зрителем. Да? Э -э разговор, естественно, не о праздном. Разговор, естественно, не о мухах, а о чем-то более возвышенном, более духовном. Как некий символ, возможно, тленности всего живого. Ну или еще чего-то, не знаю, какие вот у вас есть версии, что... почему муха? Ну, даже не знаю, да, мне кажется, что, ну, скорее всего, может быть, действительно какая-то история, хотелось бы так думать, что, может быть, есть какой-то смысловой отсыл, слишком уж, центра... слишком уж она по центру как-то. Да, но она и вместе с тем, она ее можно не заметить? То есть вот, вот э, она не то чтобы такая вот на груди как орден. Теоретически можно, теоретически можно, но если если только не смотреть на работу долго, то есть если, если вот быстро посмотреть и убежать, то, конечно, можно не заметить. Да. Вот. Но, но если она... да, минут за пять мне кажется ее заметить точно. Дело в том, что она еще находится непосредственно над надписью, над подписью что да. вот Петрус Кристус да, сделал э, вот этот портрет да? То есть, и угу. читая мы читаем <связь> и муху читая да, подпись конечно. мы читаем муху вот только как как ее прочитать <связь> 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 и может быть вы заметили э, вокруг головы этого загадочного, неизвестного нам монаха, не прорисован нимб. С этим нимбом вообще интересная история. Долгое время он был. А потом, после многочисленных дебатов, искусствоведческих, исследовательских споров, в общем-то, пришли к выводу, что изначально, первоначально в авторской версии нимба не была. Это действительно не, сам, ну, не, не самая свойственная какая-то деталь нидерландскому искусству. Вот эти вот нимбы, они уходят на второй план. Это, вот это все золото, свечение больше свойственно итальянским регионам, итальянской живописи. муха тут важнее нимба. Вот реально. И Петрус Кристос не писал этот нимб. Но такая более радикальная испанская церковь, а дело в том, что это президент долго находилась на, в Испании, в испанском королевском фаре. дописали нимб. Вот. И потом, когда вот эти исследования были проведены, было решено удалить его. Но вот видите, чуть-чуть осталось, то есть, в общем, как бы некая для истории какие-то мы можем порассуждать. Вот. Дирк Боутс, да, следующий такой интересный, Дирк Баутс, вернее, его правильно э, произносить, Дирк Баутс, э, тоже художник вот такой середины 15 века, Харлем Левен, вот территория его э, творчества. Э, опять же, все это одна какая-то компания, такое художественное влияние Яна Ванейка, Рагира Ван дер Вейдена. Э, считается, кстати, что Дирк Баутс, возможно, и даже, скорее всего, был непосредственным учеником Рагира Ван то есть вообще входил в его мастерскую, это действительно чувствуется не только в технике, но и местами в композиционных каких-то решениях, вот это влияние мастера, оно ощущается. Ну вот, я показываю тут, может быть, не самый яркий его пример это вот поклонение волхвов, но, наверное, самое крупное это его таинство причастия, написано в 60-е годы 15 -го века. Это алтарь церкви святого Петра в Лувене города. Это, это произведение было заказано братством святого Причастия. Тут это все очень переплетенные, такая очень заказная история. То есть это не авторская концепция. Да, вот, ой, напишу-ка я сейчас вот, вот такую вот у меня идею, такая художественный замысел. Нет, это очень четкий заказ. Другой вопрос, что индивидуальная трактовка, опять же, такая новаторская и очень самобытная, Дирбаут ее тут проявляет, центральная, да, вот пано этого триптиха представляет композицию с точно выстроенной перспективой. И это вот первое, на что, наверное, следует обратить внимание. Это вот такая уже новая школа, новое поколение, если хотите, художников, которые принимают перспективу как такой вот краеугольный камень формирования своих композиций. Если Ян Ван Эйк, он владел перспективой, но не использовал ее, зачастую делал даже наоборот обратную перспективу, да? то Дирк Баутс уже вот прям оперирует эти, ну даже он ее прям углубляет, усугубляет, так, да, он прям играет ей, она у него звучит. Ну, собственно, тут такая сама по себе, сам по себе сюжет распространенный, да, это тайна вечера», то есть преломление хлебов, хлеба, дает он вино Христос, да, тело кровь Христова. И вместе с тем, Абсолютно нидерландская, опять же, концепция внимания к деталям. То есть перед нами такой ужин, да, собственно, вот вечере, э, в богатом каком-то бюргерском доме, да, за столом. Перед нами разворачивается какой-то натюрморт. Да? То есть вот какая-то такая живая идея, среда, более того, с присутствующими там как будто бы участниками, как слугами композиции, но, по сути, заказчиками, там, сыновьями а заказчика, в окошке на дальнем плане это вот окошко, через которое из кухни даются горя горячие кушания, горячие блюда из кухни в столовую, да, вот где, собственно, принимают пищу. Вот это вот прислуживание какое-то, да, присутствие заказчиков как каких-то каких м, таких очень рутинных участников ситуации. И э, на боковых створках мы видим четыре дополнительных сцены э, из Ветхого Завета, в том числе вот э, сбор маны Небесный. В общем, дополнительные какие-то э, ну, сцены из священного Писания приближенные детали, картинки 37, вы увидите, что вот в руках Христос держит обладку святого причастия, да, а в центре, в блюде, стоит немножко, знаете, даже пугающее по своей какой-то натуралистичности, скажем так, изображение вина вылитого вот в блюдо. Это вино, вот оно прям как кровь такое вот, вот это вот его какая-то красноватая такая прозрачность, такая немножко вот даже пугающая. При, в общем-то, суховатости передачи лиц, которые, ну, так или иначе, как будто бы все похожи друг на друга. Исключение составляет присутствие тут вот, конечно, Иуда, он вынесен на другой конец стола, и у него такое лицо, такой очень мрачный семитский типаж, такого вот лик, погруженный во мрак. Вот прям вот тень, сгустившаяся каким-то противоестественным образом да, вокруг его лица. В противовес вот этой вот четкой такой светлой, светящейся прям, фронтальности Христа, вписанной да, в композиционную деталь вот какой-то некой двери, создающий такой четкий крест вокруг него. Но обратите внимание, нимбов нет. Вот мы только что говорили о Петрусе Кристосе да, и монахе То есть это не основная идея. То есть, безусловно, мы, мы как бы по умолчанию, по дефолту понимаем, что вот события, происходящие здесь, это э, абсолютно таинство такое святое, и, и тут святые фигуры да, присутствуют. Но вот эта вот такая буквальность, иллюстративность такая, вот, не для тупых, вот, вот, вот ним нарисовать, подписать, да, вот это святое, это остается за гранью вот, задач каких-то художественных э, авторов. И очень интересная тоже композиция, это суд от тона третьего. Эм, вообще это, э, тут картинка 39, э, вообще это диптих. Ну вот один из элементов я вам покажу. Там просто сама по себе интересная история. И интересна она, опять же, вот той увлеченностью и назидательностью. Почему вдруг Дирк Баутс выбирает этот сюжет вот для... Ну, конечно, руководствуясь тоже заказом, но все равно вот эта вот назидательность творчества и, опять же, контекстное погружение событий каких-то раннего вообще ранних веков, в данном случае вот э, речь идет о правосудии императора Антона III, это событие Священной Римской империи э, еще там, конца X, начала XI века, то есть сильно да, раньше. Вот. Перенесение, вот такое транслирование той истории на какую-то современную почву. Э, вкратце, вкратце, история рассказывает о том, что вот по легенде там жена императора, вот того самого Антона III, о, которого, о котором по факту не ничего, кроме вот этой такой э, драматичной легенды. То есть ни, был, был ли он вообще жена, дед, не было у него там вроде детей. Такой не самый популярный, скажем так, император. Вот э, жена, по легенде этого императора, заставила мужа казнить одного немецкого графа, обвинив его, э, ложно э, оклеветав его в домогательствах. Не сильно разобравшись в этом, значит, император Атон III казнил этого невиновного, невинного графа. И тут является жена, вот, собственно, в композиции, которую я вам показываю, приходит жена убиенного, невинно убиенного графа с головой графа. То, что она держит в руках, это раскаленный металл. Это так называемая ордалия. Ордалия – это не предмет, ордалия – это действие. Его можно перевести как «божий суд». Ордалия – это такое физически-мистическое доказательство справедливости Божьего суда своей невиновности. Это когда, там, э, э, не знаю, ведьму ставили на раскаленное железо, если у нее ноги не, не обуглятся, да, то, то не ведьма. Да, вот такое доказательство Божьего суда. Если обуглились, значит, обвинения были верны. Э -э, ордалиям иногда подвергали даже предметы. То есть если какой-нибудь там еретический текст бросали в огонь, а он не горел, рукописи не горят, то Бог принимает это. Ну, в общем, да, такая вот демонстрация Ордалия — жена казненного графа, она доказывает его невинность. И э, император, э, в данном случае уже проявив такое вот э, правед, ну, правосудие, он в итоге наказал свою жену, которая оклеветала этого убитого графа. И на дальнем плане вы увидите, что жену императора сожгли. То есть в одной композиции нам показали вообще вот самые драматические события в разных, разных времен. Вот там на, там на холме, в самом, в самой дальней точке, да, сходящейся вот с этой композиции, там жену императора сожгли за клевету. И опять современные костюмы, современные детали. То есть норовоучение происходит здесь и сейчас, но лишь на основе да, вот такой легенды начала XI века. Ганс Мемлинг, мы по-прежнему пребываем в середине 15 века. Художник немецкого происхождения, хотя тоже расцвет его творчества абсолютно пришелся на брюге. И, в принципе, его рассматривают, конечно, в контексте такого вот нидерландского живописца. Но семья его, она не из Баварии, это немцы. Вот, собственно, его фамилия, вот это Мемлинг, происходит от селения Мемлинген. Вот, в Германии, и, соответственно, стало, по сути, псевдонимом этого художника, ученик Рагира Вандер Вейдена тоже такой очень знаменитый, получивший такое широкое признание за рубежом, то есть даже за пределами Нидерландов. Крупный алтарный образ, который мы сейчас рассматриваем, это его Страшный суд. И опять, Архангел Михаил о котором мы уже говорили, да, сидящий на сфере такой вот карающий Христос, упирающийся ногами в одну сферу, да, вот золотую такой земной шарик, и еще дополнительно сидящий на такой небесной сфере, уже кольцеобразный. И, так сказать, к шее, к голове да, представлены вот, лилия, и огненный раскаленный меч. Вот опять же, как правосудие правые и лево, праведники и грешники, эта концепция, она незыблемо здесь сохраняется и вот сказать, показывается. Левые и, правые, левые и правые створки показывают нам, соответственно, соответственно праведников и грешников. это очевидно считывается, да, тут можно даже без подписи, без дополнительных комментариев. И если адское пекло представляет собой некий хаос, такого вот какого-то э, просто огненной воронки такой, да, куда летят фигуры, то райская часть э, ⁇ это организованное пространство, выстроенной архитектуры, куда стройными рядами шествуют праведники. Поддерживаемые, так сказать, да, вот, 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 прям буквально так вот ручками с ключиком, там, апостолом Петром и ангелами, то есть такие вот сопровождаем. Повторюсь, организованная какая-то такая среда. Как вы видите, здесь в данном случае не соединена композиция, это не единая линия горизонта, створки разобщены, но вместе с тем связаны сюжетно, конечно. Да, и такой вот красивый, изысканный, такой элегантный. Вообще э, искусство Мемлинга оно такое очень изящное. Да? Стоящий архангел э, вот с пересекающимися вот этими копиями. И вокруг него э, такие тоже тонкие, хрупкие какие-то такие, действительно, фигуры обнаженных праведников и грешников. И, но вместе с тем, опять же, вот эта, средневеков... вот эта средневековая гротескная бестиарность, вот монстрообразность, да, она уходит, она уходит на второй план. Да? То есть нет вот этого пугающего какого-то не знаю, воздействия на психику зрителя, что, ой, посмотри, какой урод, да? есть гораздо более важные какие-то сферы размышления, что ли, опять же, такие довольно эмоциональные. Ну, вот детали можно где-то поближе рассмотреть. Тоже очень красиво, изящный у него Мадонна с младенцем, тоже Ганса Мемлинга. И так ненавязчиво и деликатно на дальнем, на дальнем плане мы увидим э, какой-то графский замок э, где-то там в лесах. Так, да? То есть, э, и, и Мария, сидящая за парапетом, э, все, все вместе, вот абсолютно, так, опять же говорю, в тенденциях нидерландского искусства. Э, Алтарь Святой Екатерины, ну, э, э, это можно уже бегло рассматривать. В целом Мэмлинг узнается. Узнается по изяществу э, пропорций силуэтов и ликов его образов, э, готических по-прежнему. Э, и вместе с тем э, это уже какая-то немножко другая хрупкость. Такая э, э, вот э, хрупкость изящества. Не просто изломленные сухие э, готические линии. Да? а это уже какая-то внутренняя живописность, такая, которую, может быть, где-то вот, потом, сильно-сильно потом вот Эль Грека тоже будет очень воспринимать такое вот это вот византийское где-то даже, да, понимание такое. Вот. В правой створке Откровению Иоанна Богослова, это вот на алтаре, алтаре Святой Екатерины, слева обезглавливание Иоанна Крестителя, да, в центре вот Богоматерь с младенцем на троне и, собственно, рядом с ней сидящая Святая Екатерина как главный персонаж. Можно посмотреть детали. И тоже очень интересный диптих Ньюховенская Мадонна из Ньюховена это диптих левая створка это Мадонна с младенцем а правая собственно заказчик и но больше даже интерес представляет левая потому что будучи разобщенными с одной стороны эти две створки вместе с тем на левой мы видим круглое зеркало в котором отражается отражаются обе створки мы видим там как бы двучастное окно, свет такой контражур тоже, и обе фигуры, то есть богоматерь с младенцем и сидящий в профиль к ней заказчик. Что вот в этом круглом зеркале и только в нем помещает эти фигуры в единое пространство. Вдруг они становятся в одном месте. А так это тоже опять пока-то бюргерский дом, такой нидерландский, ну и прочие изысканные детали, такие прорисованные, тщательные, расфокусированность взгляда заказчика, как вот мы видели у канцлера Лена и прочих, уже встречались в творчестве Яна Ванейка с этим. И последняя работа крупная, но не по размеру Мемлинга это рака с мощами святой Урсулы, то есть такой ковчег маленький да, в виде готического, архитектурного домика. С мощами украшенный художественно, так сказать, декоративно да, маленькими панельками со сценами жизни святой Урсулы. Вот удивительный, такой изысканный, богатый, дорогой и очень живописный. Если вы посмотрите отдельно, вот полистаете чуть-чуть картинки, отдельно рассмотрите эти композиции, вы поймете, что вот, вот это уже новый прорыв в искусстве вот э, глубина передачи композиции э, какая-то опять же эмоционально напряженная ситуация э, э, многофигурность этой композиции э, какие-то сложные такие выстроенные пространства э, очень тонкая живописная передача да миниатюрная но вместе с тем вот это вот такими плавными переходами то есть вот тончайшая детализация очень живописная история следующий художник это Герар Тавид это уже больше вторая половина 15 века и даже начало 16. хотя в общем-то его по-прежнему тоже относят к эпохе раннего Возрождения но больше по там, той интонации, э, вот, которую, он, который он привносит да, в свои произведения. Не исключая, конечно, его такого авторского письма, он учился у Ганса Мемлинга которого мы с вами рассматривали, э, где-то определенная вот такая суховатость, Присутствует, но он берет на вооружение вот ту же многофигурность композиции, тщательность, тщательная проработанность деталей, и такие э, сложные, наполненные где-то истории, безусловно, очень э, нравоучительные, э, в том числе явно не без оглядки на Дирка Бауца, э, э, интерпретирует он и э, историю суда. Камбиса. Или есть у него такое еще кровожадное название, это «Сдирание кожи с продажного судьи». Ну, в общем, опять же, к жанру такого нравоучительного да, повествования мы будем относить это произведение. И эта картина «Диптих», она, ее предназначение для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Поэтому, собственно, посыл и адресат такой очевидный. История передает, она транслирует рассказ Геродота из его трактата "Истории" Геродота о том, что был вот некий царь Камбис который узнал о том, что его приближенный царский судья поддался искушению взяткой, в общем, взял эти деньги и вынес несправедливый приговор, неправомерный, неправильное обвинение. И царь Камбис, как благородный правитель, приказал в назидание убить, содрать заживую кожу с этого продажного судьи. Более того, из этой кожи он сделал ну, как бы вот материал, которым обтянул судейское кресло. А на место судьи принудительно поставил сына вот этого казненного судьи. В общем, абсолютно кровожадная такая история, но, безусловно, нравоучительная, хоть и такими очень жесткими методами и мыслеобразами. Да? И, собственно, вот эта вот детальность, опять же, каких-то далеких, античных, исторических событий, перенесенные вот так вот, знаете, вот щепоткой вот так за шкирку, да, вот в современную, в актуальную ситуацию, до конца XV века. Да? со всеми вытекающими вот этими изображениями, мельчайших деталей, вы только вглядитесь. Да? Опять там какой-то площадь, дома, внутренний двор, собачки совершенно такие удивительные, немножко опрокидывающаяся перспектива. Ну, про Герарда Давида никто и не говорит, что он такой прямо рьяный художник, защищающий идеи да? правильной перспективы. Но но, опять же, сжатая такая многофигурная композиция, э, все это так очень воздействует эмоционально на зрителя и заставляет рассматривать детали э, так очень сопереживательно, потому что одежды того же, как бы время живимый, да, в конце 15 века, мы бы это, нам бы это очень откликалось мгновенно, сразу узнаваемо. Вот. Там говорят, что даже вот эти вот э, торговые ряды брюги, э, они... Э, до сих пор существуют, а потому узнаваемые вот на, на дальнем плане. То есть такие прям, э, такая деталь архитектурная конкретно. Вот. Ну, э, не для слабонервных, как говорится, картинка 53 ⁇ это, собственно, вот момент э, вот этой жестокой казни. Да? Э, при, при этом, несмотря на ж, жуткое совершенно зрелище с, с, с ногой происходящее, но лица как карателей, так и по сути да, самого вот этого вот судьи, которого звали Сесам, они не, ну, либо нейтральные, либо вот лицо самого судьи казненного такое больше сухую гротесную маску изображает. То есть не то чтобы какая-то гиперемоция, опять же, не будем психологизировать. Вот очень интересный художник это такой, такой какой-то отдельно стоящий, во всяком случае, в моем каком-то понимании это Гертген Тот Синт Янс. Трудно, может быть, выговариваемое. Такая, знаете, мне кажется, больше скандинав, по-скандинавски звучащее имя такое. Гертген тот Синт Янс. У меня мне сразу про, про котенка Финдуса вспомнилась. Вот. На самом деле это тоже некий псевдоним это северно нидерландский художник имя которого псевдоним которого происходит буквальный перевод его он из монастыря Святого Иоанна вот тот Синт Янс Янс как Иоанна Яна, да? вот он жил при ордене Иоанитов да братство Святого Иоанна и многое, большое количество его произведений, оно было вот как бы около связано вот с этим орденом святого Иоанна в городе Харлеме. Ну, один из таких очаровательных по-своему, таких поэтических каких-то образов, немножко меланхолических. Это вот образ Святого Иоанна Крестителя. Ну, здесь нельзя сказать, что он в пустыне, хотя типа по концепции предполагается, что вот он такой вот как бы в пустыне. <laughs> Но, ну в общем-то, тут как это, я, явно лесостепная полоса <laughs> на фоне. С <laughs> агнцем. Тоже непонятно, как... Но, э, тут не, не надо искать рационализма какого-то. Да? Но очарование этого образа в том, что вот эти вот ножки такие, знаете, немножко по-детски так э скукоженные, какие-то так э э чешущие друг друга, и вот это какое-то его э меланхолично скучающее такое выражение лица, то есть там не про э страдания и физическое изнурение плоти, да, там какие-то другие такие, другие эмоции задействованы, но они по-своему милы, вот, ну, а непосредственно для братства он исполняет вот там один из фрагментов тоже алтарной работы, это сожжение останков Иоанна Крестителя. Но это непосредственно вот уже сюжеты чествования Иоанна Крестителя вообще этим братством. То есть вот вся история Иоанна Крестителя, от его явления, да, такого явления предтечи, до его убиения, обнаружения мощей и так далее. Таким вот, тоже многофигурная, сложная композиция, восходящая где-то, может быть, даже к итальянским таким прототипам, знаете, вот, вот с подробным рассказом практически за поклонение волхвов. И вот мы дошли до самых крупных, самых загадочных легендарных художников, которых всегда показывают в неком сравнении, и это правильно, это нормально, это, конечно, и Босх и Питер Брейгель Старший. При том, что, ну, хронологически Питер Брейгель это это можно сказать уже следующее поколение, это это, это уже последователь Босха, более того, который жизнь которого творческая, да, карьера она начинается, собственно, в такой очень маркетинговые подражательности, И не, не, это не, реплики, вообще репликах Босха для выгодности продажи в той мастерской, где он состоял. Я сейчас говорю про Брейкеля. Вот. Ну, а Босх – это, конечно, абсолютно самобытный, такая, сказать, тут такой творческий гений, до сих пор не поняты, до конца не изучены, до конца просто потому, что мы никогда уже не получим подтверждение правы ли мы в своих утверждениях или это не более чем некий ложный домысел какой-то да один из вариантов интерпретации об этом мы уже не узнаем никогда поэтому надим некоторую волю да, <laughs> нашим версиям но наверное об этих двух художниках в сравнении да в сопоставлении в пересказывании этих крупиц биографическая информация, которой мы владеем об этом мы, наверное, поговорим уже в следующей нашей лекции. Очень было интересно, спасибо. Да, то есть вот как-то наконец-то это стало более конкретно, потому что мы, конечно, все вот знаем, что Северный Ренессанс, но как-то он немножко так вот помимо Босха и Брейгеля в основном ну редко какие-то персоналии. Да. Наверное, основной задачей вот нашего цикла по истории искусства с Олегом Аркадьевичем стоит задача не передать э, такие христоматийные какие-то памятники, не пробежаться энциклопедически по эпохам, указав на какие-то вещи, которые вы легко и быстро можете найти в кратких справочниках, в той же Википедии там, или еще где-то. А хочется как раз... Чуть больше углубиться, да, посмотреть чуть больше художников, где-то поразмышлять. Так что да, мы не гонимся, мы, мы, мы не особо спешим, как вы видите. Да, мы <сейчас> двигаемся медленно и поступательно, но надеемся, что вам интересно. Да. Ну, мне по крайней мере было интересно. Я прям вот все это время слушал внимательно и практически все, все, что я узнал, я узнал абсолютно новое. Вот. Ну что же, придется, конечно, нам прощаться, дорогие наши зрители. Надеюсь, что мы с вами встретимся снова скоро, да. Напоминаю, что цикл наш, он снимается на пожертвование, поэтому будет специальное объявление когда, о, о том, что можно в этом поучаствовать, те, кто хотят поддержать наш проект. Вот. Спасибо большое. Я тоже благодарю вас от всей души. Жаль, что мы вас не видим, но вы с нами. Мы обращаемся всегда умозрительно представляя нашу аудиторию художников и не художников перед нами. Да. Ну что ж, дорогие друзья, э -э -э до свидания. <связывая> до новых встреч. Ура, <связывая> до свидания. Пока-пока.